Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня приготовим наивкуснейший йогурт турецкий. Сейчас наливаем литр молока и кипятим. После того, как молоко вскипело, выливаем его в миску с крышкой, которая имеет крышку. Выливаем полностью прямо с пенкой. Далее мы добавляем в это кипяченое молоко ложку уже готового оставшегося йогурта с прошлого раза. Как нам говорит турчанка, ложки будет достаточно. Ложки будет достаточно по той причине, если добавить больше, то йогурт, есть вероятность, что йогурт может быть кислым. Далее закрываем крышкой. И нужно укутать чем-то теплым, типа шали, как у меня на видео. И оставить на час, на больше, вот в таком теплом состоянии.